Они одни из сильнейших в городе, хотя многим из этих ребят всего по 9 лет. На городском турнире «Лето с футбольным мячом» команда 145-й средней школы заняла почетное 2-е место. Спорт, говорят ребята, лучшее занятие в свободное время. Нравится очень. Ну, мячик пинать. Финты нравятся разные. Победа на турнире – немалая заслуга тренера-общественника. Иван Михайлов предпочитает гонять мяч вместе со своими учениками. Тем более условия позволяют. Во дворе школы большое футбольное поле. По словам членов местного общественного совета, постараются сделать все возможное, чтобы жизнь в микрорайоне стала еще комфортнее. Надо общаться не только со старшим поколением, но и, конечно же, собирать детей. И очень хотим отметить победу команды Куйбышевского района. Хотим, чтобы наши дети как бы понимали, что у них есть будущее, и они должны заниматься спортом и верить в то, что нашу страну можно сделать лучше. Слабый, потому что мало каши ел, это не про них. Сплоченность у этих ребят во всем. Командный дух нужно воспитывать с детства, уверены общественники микрорайона. Именно так, сплотившись в единую команду созидания, удается решать частные проблемы конкретных территорий. После выборов 13 сентября, когда в Самаре создадутся районные советы депутатов, каждый район будет наделен собственным бюджетом. И тогда темпы решения проблем ускорятся. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.